Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Почему не на уроках школьники с утра? Почему парадной формы нынче детвора сняли с букваря обложки и закладок нет? Все взволнованы немножко. В чем же тут секрет? Зачитали эту книжку школьники вчера, а сегодня день прощанья, праздник букваря. Хороша сегодня школа, зал горит огнем. На наш веселый праздник всех друзей зовем! В королевство наше мы вас пригласим. В этом чудном зале всех мы разместим. День у нас особенный, праздник букваря. Первый класс старался, учились мы не зря. Здравствуйте, ребята! Только я вас совершенно всех забыла. Ребята, давайте познакомимся, как в первый раз. Вы согласны? Да. Тогда попрошу вас на сцену. Команда букв гласных. Нас ничем не заменить. С этим знаю. Все согласны. Так извольте разъяснить. Артистическая вещь. Нет, естественно, мила. Ее сестричка, я тут рядом. И подружит всех всегда. О, особенная осень. Угу, услышим по утру. Ибо, тьфу ты, важна, конечно, тоже. Нужна сыру и быку. Элегантная здесь, А Юрий довольно часто. Я последняя строю. Я ярче всех, это ясно. Как прекрасно, друзья! Я так по вам всем соскучилась! Прошу вас вернуться на места! Как много букв согласных! Тут я точно всех не вспомню! Поэтому, может, ребята, вы тоже выйдете на сцену? Давайте! Молодцы, конечно, гласно! Но так мало вас! Смотрите! То ли дело! Нас согласны! Слово нам! Теперь дадите. Б за собой ведет нас Б. Он обеспеченным бывает. В всегда на веселее. Г гордится и гадает. Дружелюбно это Д. Ж жизнерадостная очень. Звонко З звенит везде. И кратко, и покороче. К конечно командир. Л ленится очень любит. Носит М всегда мундир. Н невзгоды посягнет. П у нас с приоритетом. Р нам дает радость всем. С скромна, не за советом. Т не терпит сложных тем. Ф, конечно, филиграна. Ха-ха, хочет ночь и день. С цветет, цепляет, ценит. Ш черна, как наша тень. Ша шуршит и шевелится. Щ щекочет. И щемит. Твердый знак разделит буквы, звуки. Мягкий знак соединит. Королева, беда, беда случилась. Что случилось, господин букварь? Кажется, в наше королевство пробрались ошибки. Как же так? С чего вы взяли? Что-то я сегодня не очень хорошо себя чувствую. Посмотрите. Что? У нас все перепуталось. Видите? В этом пропали положении некоторые буквы. Точно. И, по-моему, это буквы гласные. Ребята, вы видите, что здесь написано? Давайте найдем буквы. Все вместе посовещайтесь. Все посмотрите. Дальше читаем. Что там познакомьтесь. К нам мои гости? Неожиданно!
Это мои старые друзья слоги. Здравствуйте, слоги! Здравствуйте, дорогие! Мы уверены, что ребята уже давным-давно с нами знакомы. Мы та часть слова, которая состоит из звуков. Мы можем быть по отдельности, по одному. Или вместе сразу несколько. Есть для вас одно задание. Какое слово? Подскажите, расскажите, какое же нам задание? Понадобятся ваши ладошки. Приготовьте их. Именно по ним мы сможем понять, как вы отвечаете на те задания, которые получите. На экране будут появляться слова. Сколько в слове будет слогов, столько раз вы и хлопнете. Например, ма-ма. Когда возьмем мы просто го, у нас не выйдет ничего. Но если го прибавить ло, гало прочесть не тяжело. И, наконец, прибавишь ва, что получилось? Голова! Замечательно! Еще раз не слышу, что получилось? Молодцы! Значит, вы знаете, что такое слоги. Значит, тогда давайте проверим, давайте, что же у нас получится. Первое слово – карандаш. Приготовились. Три получилось. Пятнадцать! Замечательно! Правильно! Сколько получилось? Три, четыре. Ну, давайте что-нибудь потруднее зададим, посмотрим. Слово линейка. Линейка. Три. Хорошо, дружно. Пожалуй, нам пора идти. Ой, вы оставайтесь. Слоги, после вашей помощи я не могу вас так просто отпустить. Наши замечательные ребята приготовили стихи именно для таких гостей, как вы. Попрошу вас остаться и послушать. Хорошо умею читать. Не надо к маме приставать, не надо бабушку трясти. Ну, почитай еще страницу. Школа – это светлый дом. Мы учиться будем в нем. Там научимся писать, складывать и умножать. В школе многое узнаем о своем любимом крае. О горах и океанах, о материках и странах. И куда впадают реки, и какими были греки, и какие есть моря, и как вертится земля. В школе мастерские есть, интересных дел не счесть, и звонок веселый. Вот что значит школа. Аплодисменты! Те, кто в школу опоздал, она не станет ждать. Хоть без колес устроен класс, он далеко уйдет за час. Не пойдет творить художник без мольберта и кисти. Не остави дома плотник, молотка или гвоздей. Ты не должен оставить дома книгу и тетрадь. Парта – это не кровать, и нельзя на ней лежать. Ты сиди за партой стройно и веди себя достойно. На уроках не болтай, как заморский попугай. Да-да. Что случилось? Что случилось? Спички азбука свалилась. Больно вывихнула ножку подписная буква М. Г ударилась немножко. Ж рассыпалась совсем. Потеряла буквою перекладину свою. Очутившись на полу, поломала хвостик У. Буква С совсем сомкнулась, превратилась в букву О. Буква А как дальше? Не узнала никого. Я в восторге. Слоги, тогда мы ждем вас в наше королевство всегда с большим удовольствием. Да, ребята? Да! Ой-ой-ой. Ой. Что это? Мне опять стало плохо. Вот вы какие злодейки, ошибки. Но ничего, ничего. Вам так просто нас не взять. У нас ребята знают грамоту. У нас ребята все ошибки умеют исправлять. Сейчас мы посмотрим, какие вы грамотные.
Может, ну, давайте. Ребята и выучили все буквы, но знают ли они, как правильно из них составлять слово? Перед вами на экране появились слова, которые мы с помощью нашей ошибки бури превратили в набор букв. Посмотрим, смогут ли ваши ребята понять, что это за слова. Лиса! 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 Вот так вот! Хорошо. Следующее слово. Как книга. Буква! Мы справились, ребята! Со всеми заданиями! В нашем королевстве не осталось ошибок. Мы можем приступить к торжеству. Ты так не думаешь, буквально? Обязательно! Я люблю веселиться, я люблю торжества. Кажется, я слышу шаги. Неужели это наши взрослые гости? А мне кажется, это наши друзья, которых вы уже видели. Твой самый первый школьный день! Вы догадались, кто это? А вы хотите быть такие же большие, когда будете в 11 классе? Ребят, 10 и 11 лицеты пришли не просто так. Они тоже когда-то были в первом классе. И тоже когда-то учили буквы, и тоже учились писать. И я думаю, что им есть что сказать. И мы сейчас дадим им слово. Я хочу пожелать вам, чтобы за все 11 лет школы вы жили дружно, меньше ссорились, набирались опыта. Самое главное, хорошо учились, уважали своих учителей. Они, правда, для вас очень сильно стараются. Удачи вам, дорогие друзья. И помните, что вы всегда можете попросить помощи. Вам всегда помогут. У-ху! Я тоже желаю вам самых счастливых 11 лет жизни. Потому что, когда вы будете выпускаться, вам очень грустно будет. Вы будете смотреть на учителей, видеть в них своих вторых родителей и тех людей, кто вас, в принципе, воспитывал. Но я хочу вам пожелать также не пропускать уроков много, потому что потом все надо наверстывать обязательно. Это все сложно. И я хочу, чтобы у вас все было прекрасно. Цените и любите учителей своих. Они, правда, очень любят вас. Хочу пожелать вам цель в жизни, хороших оценок, сбыточных мечт. И хочу воспользоваться моментом и поздравить Дашу Царик с днем рождения. Самые лучшие годы, ну, лично моей жизни, я уверена, что у вас будет точно так же, и школа научит многому, и, ну, это такая вот база, которая будет с вами на всю жизнь, и я очень хочу, чтобы вы провели эти 11 лет просто замечательно. А сейчас мы все вместе подарим вам дневники. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Подарки получать, конечно же, очень приятно. Но мы же также с вами подготовились. Помните, мы готовили сюрприз для 11 класса, нашу песню. Да! Да, 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 да. Пройти этап это серьезный. Школа смог направить нас. Пусть пока мы первый класс, сами веселые костюмы для нас возможны. Школа смог направить нас. Пусть пока мы первый класс, сами веселые костюмы для нас возможны. И заботу нам всегда дарят здесь учителя. Попрощаться с нашей азбукой.
Уважаемые учителя, попрошу вас помочь нашим ребятам подарить нашу чудесную азбуку 11 классу. Первоклассники, вы готовы? Да! Что, готовы? Да! Буквы разные писать. Дорогие первоклассники, я желаю вам успешного окончания вашего первого года в школе, что то, что вы выучили азбуку, это только самое начало, и дальше вы научитесь читать, будете читать лучше всех, быстрее всех, будете писать свои рассказы, будете писать самые хорошие сочинения, и в будущем, когда будете заканчивать школу, сдадите все экзамены на максимальный балл. Ура!